Здарова, братаны, вы на канале DivPlay, меня зовут Евгений, это первый сезон Ватмана, третий эпизод, мы его продолжаем проходить. И типа, чё, никого не смутило то, что Бэтмен пришел? Чё? Ёбушки. По его словам, самозащита. Как оказалось, новый мэр довольно сильный и убил одного из нападавших голыми руками. Дент убил его. Бедолаге повезло, что Дент разобрался с ним до тебя. Ошибаешься. Я бы посадил его за решетку. Если ты только не комментируешь систему правосудия, то боюсь... Тебя дезинформировали. Ой, фразы забыли перевести. Ну, хотя бы этот быстро помер. Они разбили нас в пух и прах. Они знали, что вы придете. Откуда? Мы разговариваем через защищенный канал связи. Хочешь сказать, произошла утечка? Гордон, штаба, кто на связи? Штаб на связи, что случилось, Гордон? Выруби рацию! Что? Они прослушиваются, дети Аркхэма прослушивают переговоры полиции. Гордон! Гордон, прием! Как слышно? Я узнаю, в чем дело. Сообщу тебе, как что-нибудь узнаю. Как он в этой своей залупе что-то понимает? Брюс? Полиция взломали все это. Все это время дети Аркхэма прослушивали их. Как? Это я и собираюсь выяснить. Да что ж ты подлагиваешь, Альфред, я пересылаю тебе доказательства, некие зашифрованные сигналы связи. Они появлялись на экране, но боюсь, это какая-то бессмыслица. Не лагай, падла. Мне нужно попасть в башню воинов и изучить их. Позвони Люциусу. Да, сейчас. Если общественность узнает, что у полиции... Блять! Мы все исправим, Альфред. Вернем на свои места. Главное не отвлекаться. Меня восхищает ваша решительность, сэр. Вы только будьте осторожнее, Брюс. Люциус на связи. Брюс, слышишь меня? Я смотрю на данные, которые прислал мне Альфред. Все запутано. Мне нужно узнать, что замышляют дети Аркхэма. Как быстро ты сможешь их расшифровать? Будет трудно, но, думаю, пойдет быстрее, если ты встретишь меня в башне Вейнов. Уже еду. Бэтмен, блядь, не может не лагать. Башня Вейнов, 7:29. Я почти на месте, Люциус. Встретимся в лаборатории. Некоторые детали слежки террористов пугают. Отлично. Брюс, председатель, я не думала, что ты придешь сюда. Я обычно обращаюсь к Томасу за наставлением в трудные времена. Наверное, я покажусь глупой после всего произошедшего. Чем я обязан такому удовольствию? Извини, мне просто понадобилось привести мысли в порядок. В моем кабинете? Знаю, это довольно спонтанно, но приятно время от времени вспоминать войну во всей их красе. Меня вызвали на срочное заседание совета. Мне ничего о нем не сказали. Тебя не пригласили, Брюс. Ты тема для обсуждения на заседании. Они хотят решить твое будущее в компании. Отстранять ли тебя или нет? Брюс, ты должен понять, что компания важнее одного человека.
В этом есть смысл. Компании нужно отделаться от имени Уэйнов. Это трусливый шаг, чтобы хорошо выглядеть в глазах прессы. Я не думала, что ты так легко сдашься, Брюс. Брюс, у меня есть информация, ты сейчас же должен спуститься. Несколько лет работала с твоими родителями и ни разу не думала, что они преступники. Как тогда ты смог это заметить? Ты ничем не похож на него, Брюс. Ой, блядь. Тогда переубеди совет. А я что, по-твоему, хочу сделать, Брюс? Я тебе не враг, помни об этом. Не забывайте своих союзников, мистер Уэйн. Поговорим после заседания. Сейчас спущусь, Люциус. Открыть секретный ход. Ебать. Секретный ход конем. Вот мне просто интересно, как они всю эту поеботину строят, так что никто не замечает. И кто им это строит, так что никто не знает. Дратути. Его уже допускают в секретную лабораторию. Хорошо, чтобы она хотя бы тебя не бросает. Снова послушал мои разговоры. Я же присматриваю за тобой. Ходят слухи, что совет собирается что-то делать. Если ты лишишься компании, Бэтмен тоже попадет под хороший удар. Заткни, ебальник. Мне можно не переживать из-за совета, у меня много денег. Мы справимся. Ты сейчас... Но их не хватит на все. Сейчас гораздо важнее понять, как дети Аркхема следят за полицией. Какие новости? Дело Уэйн Тек, Брюс. Как тебе известно, Уэйн Энтерпрайзес – телекоммуникационный гигант. Если кто-то скажет так, найдет лазейку в оборудовании компании, то есть дети Аркхема взломали всю систему? Да, в этом все дело. То сначала рассказать, хорошие или плохие новости? Говори на чистоту, Люциус. Нам сейчас не до игр. Ну уж прости, что пытаюсь разрядить обстановку. Они используют лазейку, которую создал я. Ты? В каком смысле? С появлением Бэтмена сразу же встал вопрос, как мы будем наблюдать. Вот и ответ на него. Я совместил наблюдение Бэтмена с сигналом Wayne Enterprises. Если у детей Аркхема есть доступ к той же системе, не значит ли это, что теперь моя личность известна им? Судя по всему, они получили доступ только к полиции. В противном случае, они были бы более активны. Альфред предупредит Гордона, полиция должна избавиться от устройств. Умный ход. Альфред, есть новости? Какие? Люциус что-нибудь нашел? Дети Аркхема взломали Wayne Tech. Все куда хуже, чем я думал. Свяжусь с полицией. Я зашифровал наш доступ. Я могу усилить его, но чтобы вычистить их из системы, понадобится много времени. Все еще висит вопрос, как дети Аркхема вообще узнали об этой лазейке? При обыске полиция конфисковала все компьютеры, принадлежащие Enterprises. Вероятно, Мархила дал их детям Аркхема. Пытался спасти свою шкуру. Я пока постараюсь выяснить, что делать с детьми. Узнаю, можно ли как-нибудь полностью обрубить их доступ. Лучше нам все здесь спрятать, на всякий случай. Да. Тиффани очень похожа на тебя. И Люк, как всегда, упрямый. Я раздумываю о том, каким стал Готэм, а потом вспоминаю их. Они единственная причина, по которой я стал работать с Бэтменом. Только он сможет их защищать. И он будет защищать Люциус. Всегда.
Я ж не перепутал случайно эпизоды. А то я что-то не помню, как Люциус вообще стал... вляпался во все это. Похоже, это бесценная часть технологии Люциуса Фокса. А это чё? Я над этим еще работаю. Дополнительное вооружение для помощи в передрягах. Пока что с ним мало что можно сделать. Но он еще не готов. Тепловизор? Но ты времени зря не терял, да, Люциус? Вряд ли я когда-нибудь заберу у Селены первый бэткрюк. Мне интересно, украла ли она еще что-нибудь? Бэтранг. Так, стол. Я все время гадал, зачем тебе стол, который можно спрятать? Теперь нам это очень пригодится. Уж поверь, тогда во мне заиграла паранойя. Новая клейкая граната моей разработки активируется снизу. Прикрепи ее где нужно, а потом удаленно взорви ее с перчатки. Бум! Клево. Только не убейся, они легко сшибают с ног. И уехал к хуям. Регина идет к моему кабинету. Мне пора. Пока ты еще тут. Держи. Вставь ее в бэткомпьютер. Она установит новые средства защиты. Также ты сможешь взглянуть на информацию, которую я нашел по активности детей Аркхэма. Спасибо, Люциус. Я всегда готов помочь тебе, Бэтмен. Лучше тебе поторопиться, Регина не любит ждать. Да хуй с ней. Шахматная доска. Закрыть секретный ход. Блять, вот что за секрет. Вот это секрет. Вот. Твоя... Ёб твою мать. Мистер Уэйн. Брюс. Открой дверь. Открой дверь, падла. Я уже думала, что ты ушел. Ага, конечно. Что ж, совет проголосовал. И они послали председателя взмахнуть топором? Ты должен покинуть пост генерального директора. Немедленно. Пошли нахуй! Я никуда не уйду. Брюс, это моя компания, моя фамилия. Именно из-за этой фамилии мы оказались в этой ситуации. Это не просьба, Брюс. Я попросила их не торопиться, но... Только что вышел пресс-релиз. На утро запланирована пресс-конференция, на которой ты официально объявишь об уходе. Мне жаль, Брюс. Я пыталась за тебя бороться. Надо было упорней бороться. Совет бы прислушался к тебе. Они уже давно все решили. Я сделала все, что смогла. Поверь мне на слово. Наши акции падают, совет теряет доверие. Вейн Интерпрайзес нужно новое лицо. У них уже есть один кандидат на уме. Я говорила, что он... Я оказалась в меньшинстве. Не забывай, что он будет временным директором, пока скандал не утихнет. И кто же это? Oswald. Да ну нахуй! Bruce, old boy, good to see you again. Чё?
Как ты знаешь, родители Освальда стали, что ж, жертвами действий твоего отца. Компанию построили на земле, украденной у семьи Кобблпотов. Совет считал, что мое вмешательство послужит хорошим пиар-ходом. Как лучше всего показать Готэму, что Уэйн Энтерпрайзес стремится исправить ошибки прошлого? Я как угодно рад вам помочь. Люди уже не так сильно симпатизируют имени Уэйнов. Мне не нужна твоя помощь, я сам смогу все исправить. Это похвально, но твоя фамилия запятнана, Брюс. Я тебе пригожусь. К сожалению, он прав. Неважно, насколько искренний ход ты решишь сделать, все посчитают его корыстным. Совет всецело уверен в мистере Кобблпоте. Его резюме пестрит подробными деталями. Старания в Англии принесли результат. Да и... По сути, компания самостоятельная. Генеральный директор тут скорее для вида. Тогда, полагаю, стоит тебя поздравить. Приятно знать, что именно ты днями напролёт будешь заточен здесь. Я уверен, он намного больше. Офис. Боюсь, ты должен немедленно покинуть здание, мы пришлем твои личные вещи. Поздравляю, Брюс. Я никогда не был так горд вами, Альфред. Как мило, подарок к выпуску. Несомненно, мы также можем отослать его. Ой, Брюс, ты такой неуклюжий. Неудивительно, что тебе больше не дают играться со всякими штуками. Ну ты вообще охуел. Брюс! Отправьте сюда охрану сейчас же! За что? Ты совсем с катушек съехал! Брюс, хватит! Давайте отпиздим его! На нахуй! Уведите его из моего кабинета! Пойдемте! Я ужасно извиняюсь, мистер Кобблпот. Сейчас я вызову врача. Очень любезно с вашей стороны, Регина. Спасибо! Вообще я будаля. Брюс! Они с ума сошли. Они не могут уволить тебя. Это еще не конец. Вход. Я о нем позаботился. Нельзя, чтобы кто-то нашел нашу лабораторию, Брюс. Все надежно, не волнуйся. Надолго ли? Люциус, внутри мне нужен человек, которому я могу доверять. Я работаю тут ради тебя, Брюс. Я всегда был здесь ради тебя, а не компании. Если я останусь, мне придется приостановить наши проекты. Ты останешься без новых гаджетов и ремонта. Нет, Люциус, мне нужно, чтобы ты остался тут. Но в этом здании ты мой единственный союзник, это очень важно. Будь моими глазами и ушами. Ладно, с этим я справлюсь. Не подпускай Освальда к лаборатории и скажешь, если что-нибудь случится. Не потеряй накопитель. Брюс Уэйн комментирует этот вопрос на утренней прокомментирует вопрос на утренней пресс-конференции. Скоро мы расскажем об этом поподробнее. Я до сих пор не могу в это поверить. Во что именно? Я бы хотел, чтобы вам было легче жить, Брюс. Ага, я бы тоже от этого не отказался. Когда-нибудь так и будет. Пока вас не было, лейтенант Гордон. Он сказал, что со Освальдом Кобблпотом ничего не поделать. Все записи о нем чисты, без доказательств. Он не сможет накопать на него что-то. Пингвин не терял изворотливости. Теперь, когда дети Аркхема имеют доступ к Вайнтек, я должен выяснить, каков их следующий шаг. И запить. Так, и что у нас там? Выведи результаты поиска всевозможного цифрового трафика, относящегося к Wayne Enterprises.
Раз дети Аркхема проникли в нашу систему, потенциально у них есть доступ ко всему. Ко всему городу? Люциус тщательно все проверил. Это означает, что у них могут быть глаза и уши почти во всем Готэме. Как у Бэтмена. Мы знаем, что они прослушивают полицию. Стоит вопрос, в чем они еще могут быть заинтересованы. Отфильтруй возможные цели, основываясь на известных действиях детей Аркхема. Пациенты, помещенные в Аркхем за 20 лет. Весьма общительный, обширный список. И везде подпись моего отца как главного врача. Кадры с камер безопасности. Все датируется десятками лет. Альфред, запись, показанная на дебатах. Настоящая. Вот как они нашли доказательства. Хилл как-то дал им доступ. По крайней мере, теперь я знаю правду. Дальше. Мэрия. Запись о мэрах Готэма. Хилл так давно стал мэром, что уже даже трудно вспомнить, когда он им не был. Смотри. Теодор Кобл. Кобблпот. Скончался за 2 недели до выборов. Интересно. Нет, я... Да. Да, я знаю, что это требует. Вы явно все преуменьшаете. Знаю, просто скажите, когда у вас будет возможность. Дети Аркхема не будут дожидаться нас. Полагаю, я могу вас понять. Харви даже не подозревает. Трудно сказать, могут ли дети Аркхема прослушивать Мэрию, но если это так, любые действия, которые планирует Харви, будут им известны. Вы закончили, сэр? Нет. Еще нет. У нас есть еще... Здание суда Готэма. Все публичные записи проходят через него. Взгляни. Запись об Освальде. Тут одна ложь. Его криминального прошлого словно не существует, и миру наплевать на это. Видимо, это увидело свет, а не истинный позор. Избавились ли они от всех устройств? Это нелепо, Гордон. Ты хоть знаешь, сколько стоит все оборудование? Бюджет не покроет замену. Нам придется пойти на этот риск, комиссар. Если дети Аркхема могут взломать нашу систему, наша работа будет малоэффективна. И ты думаешь, что дела пойдут лучше, если лишить нас связи? Учитывая альтернативу, да. Похоже, они взяли ситуацию в свои руки. Словно. Одной проблемой меньше. Так. Я все понял. Я должен предупредить Харви. Изучи информацию, Альфред. И скажи Люциусу тоже на нее взглянуть. Нам нужно придумать, как заблокировать их. Как скажете, сэр. Что ж, а на этом мы сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.